Дверь моей комнаты выходила в коридор, и я стала замечать в коридоре, в углу постоянно появляется маленькая тень. Всегда перед сном я оставляла свет в коридоре включенным. Тусклое освещение, но лучше так, чем кромешная тьма. И вот, появилась эта тень. Я начала замечать, что тень становится с каждой ночью в угол коридора. И по телу побежали мурашки. Тень увеличилась и приобрела форму человека. Я думала, что все это мне... Я смотрела в тот самый угол, но там ничего не было. Посреди ночи меня разбудил шум. Я резко проснулась. Мое внимание привлек тот самый стул, который не стоял в углу, а валялся на полу в коридоре. И темный силуэт вновь находился на своем месте. Долгое время, но была тишина. На утро я обнаружила в коридоре стул на полу. Я решила, что не буду больше оставлять свет в коридоре включенным и буду запирать дверь в комнату. Так я и поступила и легла спать. Ночью я неожиданно проснулась и посмотрела на свою дверь.